Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Геометрия, 7 класс. Автор Мерзляк. Задание 322. Луч ОС разбивает угол АОБ на два угла, так что отношение углов АОС и БОС равно 3 к 5. Найдите угол между лучом ОС и биссектрицей угла смежного с углом АОБ, если угол БОС на 42 градуса больше угла АОС. Итак, давайте изобразим чертеж. Угол АОБ. Луч ОС разбивает угол АОБ на два угла, так что угол АОС относится к углу БОС, как 3 относится к 5. Так, дальше. Нам нужно построить угол, смежный с углом АОБ. Для этого нам нужно продлить одну из сторон угла АОБ за вершину угла. И тогда у нас получается два варианта. Вариант первый. Когда мы продляем луч ОА, продляем, получаем ОН, продолжение, получаем угол БОН, смежный с углом АОБ. Теперь изобразим его медиану. Давайте запишем, что ОМ – это медиана. Так. Ну и нам нужно найти угол СОМ. Теперь второй вариант. Угол АОБ. Луч ОС, который делит в заданном отношении угол АОБ. Теперь продляем сторону ОБ. Получаем смежный угол АОН. И проводим его медиану ОМ. И в том и в другом случае нам нужно найти угол СОМ. Ну а дано, еще нам дано, что угол БОС на 42 градуса больше угла АОС. Ну, можно записать это так, что угол БОС равен углу АОС плюс 42 градуса. Ну и найти нам нужно угол СОМ. Первое, что мы сделаем, мы найдем градусные меры углов АОС и БОС для первого и второго варианта. Вот это второй вариант. Расчеты будут одинаковые. Как мы это сделаем? Ну, учитывая заданное соотношение 3 к 5, мы можем обозначить угол АОС это 3х. А угол БОС, БОС это 5х. Тогда получается угол БОС 5х равно 3х плюс 42 градуса. Отсюда 2х равно 42 градуса. Ну, х равно 21 градус. Тогда угол АОС будет равен 3 умножить на 21, это 63 градуса. А угол БОС будет равен 5 умножить на 21, это будет 105 градусов. Теперь угол АОБ – это же сумма углов. Сумма угла АОС плюс угол БОС. Это получается 63 градуса плюс 105 градусов. Итого 168 градусов. Так, а угол смежный с углом. Теперь давайте запишем. Для первого варианта смежный угол с углом АОБ. Угол БОН будет равен 180 градусов минус угол АОБ. И это будет равно 180 градусов
минус 168 градусов, это будет 12 градусов. Так, ну и давайте дальше продолжим расчет. Угол БОМ, учитывая, что ОМ это биссектриса угла БОМ, то угол БОМ будет равен половине угла БОН, то есть это будет половина от 12 градусов, это будет 6 градусов, а тогда угол СОМ он будет равен сумме угла БОС плюс угол БОМ, а это будет равно, так, угол БОС это 105 градусов и плюс угол БОМ это 6 градусов, итого получаем 111 градусов. Теперь второй вариант. По второму варианту угол АОН, смежный с углом АОБ, будет равен 180 градусов минус угол АОБ. Ну, собственно, здесь тоже тот же будет расчет. 180 минус 168 градусов. Это будет тоже 12 градусов. Так, угол АОМ будет равен половине угла АОН. Половина от 12 градусов. Это будет 6 градусов. Ну и искомый угол СОМ в этом случае он будет равен сумме угла АОМ плюс угол АОС, и это будет 6 градусов плюс АОС это 63 градуса, это будет 69 градусов. Ну и нам остается записать ответ. Ответа будет 2. Угол СОМ будет равен 69 градусов или 111 градусов. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.